про Деда Мороза и подарки. Окончив смену, Дедушка Мороз по парку брел с пустым мешком на базу. Еще был не расквашен красный нос, на месте зубы целы оба глаза. Вдруг смотрит дети, шумная толпа, а дети видят Дед Мороза в парке. Последними дед выронил слова: «Все, ребятишки, кончились подарки». Спасибо. Стихотворение, которое по объему занимает всего четверостишье, но писалось больше века. Начато в 1912, а закончено в 2016 в содружестве с Александром Блоком. Ночь, улица, фонарь, аптека. Дай закурить. Три человека, фонарь под глазом, марганцовка. Все как обычно. Черниковка. Спасибо. Ну а следующее, продолжая менталитет начатого, за годом петуха в натуре. В стране, где тьма народу отсидела, возник вопрос, чего таить греха? Как поздравлять, коль жить не надоело, за грядущим вскоре годом петуха? Бардовские лимерики-загадки. Я читаю лимерик, а вы мне потом из зала отвечаете, про кого это был. Я думаю, вы должны узнать. В этом лимерике есть подсказка. Целая строчка из песни знаменитого барда. Один бард пел о том, что без спора лучше гор могут быть только горы. Но гляди-ка ты, ишь, то и дело в Париж устремлял свои страстные взоры. Абсолютно верно, вы молодцы. Посложнее загадочка. Сейчас не целая строчка, а только полстрочки прозвучит для того, чтобы можно было отгадать, про кого. Говорят, один бард в Ленинграде из Уфы был когда-то украден. И теперь далеки воды белой реки, но поэт вдалеке не в накладе. Да замечательно, от вас ничего не скроешь. Ладно, я еще усложню. В лимерике будет только одно слово, подсказка. У барда из сердца Башкирии клад песен всегда в изобилии. А спев паучок, наш крутой старичок и вовсе прославил фамилию. И он сегодня в этом концерте еще споет. Спасибо! С Новым годом!